Думаю, с Медвесычем надо разбираться его, блядь, методами. Так, как взять тяжелый... Давайте я один на один заборю его, нахуй. Камень я взял, да. А Медвесы... Это, смотри, сокровище. Сокровище! Где? Слева, в этом, в проливе, там, сокровище. Так там можно было, наверное, прыгнуть. Перепрыгнуть? Сверху. Блядь, Медвесыч! Медвесыч! Сохранись. Ну, хп у него всего лишь. 100 хп всего лишь? Да. Всего лишь. Он страдает. Подожди, он страдает. Лиза, может, говори, ты поговоришь с ним? Да. А почему он страдает? Повреждены глаза. Он не может проводить критические удары и имеет помеху при проверках. Лиза, иди поговори. Тяжелую поступь ты чувствуешь раньше, чем различаешь в темноте громадную морду с клювом. Пиздец, мы видели. Пиздеж, мы видели его. Это Медвесыч. Нахуй мне начинать? Что у нас тут такое? Слабенькое, мягонькое, мне даже пережевывать тебя не придется, чтобы сыну скормить. Яся. Прошу прощения, я хожу с пещерой, уже ухожу. Во, мне нравится, что сказать. Пещерой. Ты ранена. У тебя пол копья из головы торчит. Это просто щепка. Расправиться с тобой она мне не помещает. Ну, смотри, следопыт убеждения. Я не есть. Знал, что это твое гнездо. Знала бы, не потревожила бы. Следопыт. Знали. Блядь. Мы знали, блин. Мы знали, да. Ну ладно, пиздеж, да. Ну тут пять не... А, подожди. Я правильно. Благословляю. Молись, дочь моя. Хуёво помолилась, очень ты. Ну, F с Медвесычем, да. Да. Повторный бросок, у меня два вдохновения. Думаешь? Ну да, так хотела, чтобы кто-то использовал. Рано, да. Рано или поздно надо использовать его, правильно? Это один из неплохих. Блять, один бросок лучше другого. Один, блять. У меня тоже. Эта ошибка стоила бы тебе жизни, но тебя незачем опасаться. Ступай, но один неверный шаг, и я разорву тебя на части. Шаг. Давайте ее отпиздим. О, Арсюха получает вдохновление. Разменяли вдохновение на вдохновление. А почему? Потому что ты что-то с матерью. Я с китайцем. Тише, тише, тут можно красться. Я вижу там скелета. А можно сейф? Я бы хотел скелета посмотреть. Нет, она так, ведь не против, да? Так если мы хотим взять лут, нам надо через нее проходить. Ребята, ну там, как сказать, очень неплохая броня, короче, средняя. А кто? Кто сагрил? Ну я полутал. Угадай. А зачем? Я же могла бы взять. Я мастер маскировки теперь. Ты думаешь, она давайте тебя пропустит? Давайте запиздим. Да. Я запиздим. Давай запиздим. Давай запиздим реально. На нахуй 16. Бля, наебало, не восстанавливает ни действия. Это работает. В мясо просто. Говорит, тебя нечего опасаться, блядь. Мы ее сейчас разъебем в мясо. И яйцо спиздим вон, кстати, да. У него детеныши там. Наебаново. А так один всего. Ты... Дал. Дала бы разлетать подругу, все было. Ой, трупик, было бы все хорошо. Там какая-то особая средняя броня, ребят. Очень неплохая, как мне показалось. Ой, ебать. Я. Так. Походи, ебать. Ебать. Слышишь, ты залупа, блядь. Сейчас по жопе, сотрясение жопы. На нахуй. Промах. Если я нажму настойчивость, то что произойдет? Вот вопрос. То урона получит дробящего. И все, я при этом да. Нихуя да. Не теряю. Ты можешь просто не реагировать. А зачем? Ну просто два. Ну можешь, чтобы кому-то ласитнуть. Я хуй знаю. Это ж не знаю. Может теряешь все-таки что-то? Бля, мне бы, наверное, обилочку какую-то неплохую произвел было на Лизу. Типа хил. Для меня, типа... Пей банку, Лиз. Я проебал тебя полечить. Отойди, Лиза, отойди. Оттуда, наверное. Зачем потратили вдохновение? Ну мы потратили и получили. Лиза потратила, Арсюха получил. Ну а что, с этим вдохновлением и с камень 10 тысяч лет? Сайленс? Оно не колдует, Дим. Оно не колдует, почему? Рядом находится враг, помеха при дистанционных бросках атаки. У нее еще маленький детеныш Медвесыча. Дим. Хорош, Димас. Ой-ой-ой, диалог? Или вторая фаза? Или вторая фаза. Похоже, что... Мультиатака, вторая фаза. Вторая фаза. Ничего страшного, Лиса, нормальная практика.
Интересно, если убить тебя детеныша, наверное, тоже в ярость пойдет, наверное. Конечно, мне кажется, да. Или может быть, если пиздить ее детеныша, то она такая, типа, стойте, стойте, остановитесь, и все. Ну это было бы круто, если так, как ты говоришь. Проверим. Ты ее бы уже убить, нахуя, нам экспан нужно. У меня где-то был очень неплохой хил. Но максимум, что я вижу, это исцеление ран. А мне нужно подойти в упор, да, чтобы это сделать. Угу. Он тебя пиздает, а меня, да? она вроде меня не пиздит, кстати. Не вижу атаку по возможности. Ну, не вижу атаку по возможности. Под угрозой, рядом находится враг, помеха при дистанции и бросках атаки. Дистанционно. Ну, пробуй, если... Да, я могу... Я но не, знаю, не могу появляется. Сейвить. А, я могу сейвить время файта, что? Наверное. Спасибо. Да не за что. Но хилов у меня нет, так что... Да спокойно, я еще и могу и словом. Ой, спасибо. И словом, блядь. И делом, блядь. Всем могу. А что у меня осталось вообще? Я, по-моему, уже нихуя не могу сделать, да? Да, это, кажется, все. Коготки. Лиза? А. А я не могу идти. Я в затемнении. Ничего страшного. Это ты не можешь, Максан? Теория. А мне не надо отходить. Я ее. Она. А она, я хочу масухой пиздануть. А, тогда не надо. Лучше делай что-то, как ты обычно делал. Масуха хуевая история. Что за масуха? Объясни. Ну, которая, помнишь, вас всех растолкала? Не надо. Мне кажется, она будет пиздить Лизу, а не меня просто. Пятерочка. Если меня, то, в принципе, у меня хорошие шансы попробовать зарезистить. А, видишь, он Лизу хочет. А, не. Ебать, ребята. Блять. Да, хуёво, что Димас ко мне впритык подошел. Хитрая жопа, блять. Ты ебашь сейчас мелкого? Да мелкий он лох, вам-то пизда там приходит, понимаешь? Угу. Дима сейчас ее откинет, свои пузыры, да. Мне кажется, если ты начнешь ее пиздить и типа почти бьешь, она скажет, стойте. Мелкую? Подругу? Ну да, попробуем. Ну типа это было бы логично. Я просто не достиг... Она далеко ушла, я не достигаю ее. Ну, из-за того, что ножки короткие. Подожди, еще раз испытание на своих проверках. Так, ну я могу фокус какой-то въебать. Давай я въебу фокус... А я только для себя, не могу ни на кого. Это мой фокус, да? Собственный. Да, мой фокус. Ну чё, сычик, блядь? А это было моё действие, сычик. Пиздец. Ну что тебе сказать, сычик? Подожди следующего хода тогда. Да, забудь. Арсюха съёбывается. Во, я вот, кстати, тоже хотел про этот скилл сказать, он отличный. И тебя нельзя по возможности въебать, да? Угу. Тема. Промах. Но кислота задействовалась. Я думаю... Тебе пора съебаться. За мою спину как-нибудь встать, наверное. Или даже дальше. А ты можешь два действия сделать? И рывок, и, блядь, отступление? Отступление бесплатное у меня. И рывок. Охуеть! Это очень сильно. Ну не бесплатно, а за дополнительные. А Диму мы продаем, типа, бывает, да? Так он, у него 24 хп, он не умрет. Буквально медведь-людоед добрый. Да чату хоть... Мне кажется, если чату мы, блядь, убьем какого-нибудь, не знаю, маньяка, блядь, который там, не знаю, убивает людей систематически. Не, это мне, но я следопыт, я лисы там следопыт. Все, там все будут бидли там ставить, блядь. Убили ни за что, добрячка. Типа, к животинке пришли. Яйцо ее хотели украсть. Не детеныша. Хотели яйцо. Пиздешь. Детеныша без голового скелета. Хотели... В смысле? Димас, отступление, ебаши, беги. Да. А ты выживешь нахуй за такую историю? Груды костей и прочее. А что за отступление? Я не шарю. Да уже все, беги. Уже не имеет значения. Там если тебя не уебало сейчас... А уверен, что пизданет? Он нарисован, что пизданет, да? Вроде не. Там красным оно мигает. Нарисовано. Просто... Он нарисовано, да? Значит, ебанет. Там просто есть кнопка отступления. Она не дает... Я просто
еще не понимаю, кстати, как Максим спалился перед... Стрелки в разные стороны. Урод! Блять, ну я же говорю, я не могу без этого. Так, а что ты отступление не нажал? Он не выкупал, похоже. Не шарю. Это максимум, который ты можешь прийти? Да. Это хуёво. Он сейчас вострый. Ну да, так и будет. Пизда тебе. А, не, он меня полетел. Это, кстати, хорошо. Ну не сказал бы. Хорошо, да не очень, блядь. Хейтер, блядь. Сычика пиздим, да? Блядь. Сколько я заролил? Лучше, мне кажется, лучше бы мы медвесычем фигачили. Да, один хуй я промахнулся бы, блядь. А, что за бежать с поля? Отступление наступайте. Без страха. Ну вот это. А, оно... понял. Нет, это не то. Отступление это не то, смотришь. Но он меня ударит, да, при любых. Хотя если прыгнуть за него, то не ударит почему-то. Это что, спиной не надо бьет. Было отдохнуть сходить, чтобы у нас пылы были и прочее. Да у меня вроде было. Тут вот большого захуярим, потому что он не дамажит. О, Ксюха наролил, лол. Угу. Мелкого добьем? О, он этим спылом ударил по нему. Мелкого? Давайте большого убьем. Мне кажется, проще большого, да. Ну да, это правда. Не, просто... Ага, скрита мелкий под жопу. Я просто к тому, что мне кажется, что... За большого экспу дадут? Добро. Димас, ну пора начинать... ...мажиться. Пока. Так, что у меня есть? Защита от яда у меня есть, низшее восстановление и исцелить союзников, увеличить максимум. Подъем, твари! Нет, нихуя. Нифига себе. Так, конец хода. Критический промах. Ну привет, хуйня. На барабанах, если. А если я нажму отступление, она меня пизданет? На меня сработает при отступлении? Нет, если нажмешь отступление, вот это вот, то она не будет тебя пиздить по возможности. Просто убежишь. Ну, либо я могу ее пиздануть, и мы убьем за следующий, за этот спад. Или не убьем. Не. За альянс, блядь. А Арсюха будет стрелять или нет? Нет, не буду. Вот. А почему ты не будешь стрелять? А как это работает? Все, беги. Потому что у меня нет действия. Ебать, забавно бегаешь, старик. Мы же когда встали, мы скипаем. Бля, себя похилить или вас? Себя? Мне 12. Ну да, она меня ёбнет. Это максимум, сколько ты отошел? Да. Кошмар. Бля, только б не упасть. Устоял, блядь. Ну как сказать, устоял? Конечно. Сомнительная история. Ребята, я в порядке. Я в порядке, ребят, я в порядке. Так, это дает действие, поэтому нам эта история не нужна. Волна 50%. У нас есть исключительно удар. Не упал. Мамашу буду пиздить, ребята. Похуй. Не, блядь. 4. Пиздец, я ебашу. То есть, я выкинул. Он выкинул, у него 13. Бросок атаки у меня прокнул. Бросок урона 6 всего лишь. И плюс 2 на 8. А у него устойчивость. Он у него устойчивость к колющему? У него устойчивость ко всему, блять. Ну конечно, это же медвесыч. Внутри. 1 хп, бля. Хорошо, что Лиза смогла сходить. Лиза, смотри, если выбить вот эту большую, ты идешь, и мелкий тебя пиздит. Тут вот в чем дело. Да. Так что пизди мелочь. А, ну... О, он побежал. Тише, я могу с ними говорить. С ним. Одним. Ура. Ты уже говоришь? Да. Зря, да, Дима, да. Ты говоришь. В смысле, я просто лотхитнул, я не говорил. Я лотхитнул, у меня сразу ролик начался. Димас, наверное, надо убивать. Блин, на самом деле, такая очевидная хуйня, что это произошло бы. Он сам не выживет, Димас. Выживет, че нет? Уверен? Почему? Он же маленький. Мамку съест. Ты смотришь, как мама начинает пожирать свою мать. А, в этом плане, да?
Ну ладно, приятного аппетита, чего. Ну говори с ним, Лиза. Он кушает, только не отвлекай его. Не обращай на тебя внимания, детеныш продолжает пожирать плоть матери. Ну, как бы, как сказать-то, тут, да. Так, он же не против, если я этот доспех возьму? Ребят, необычный средняя броня, возьмите кому надо. Звери, атакующие его, наносят дополнительно урон. Но нежить, ударившая обладателя, получает урон. У медвесыча наконечник сломанного копья. Забирай. На отломанный наконечник насажено желтое, немигающее глазное яблоко. Я взял яйцо медвесыча, куда оно делось? Положил, съел, видимо. Оно считается припасами, слышь, интересно, их можно съесть на привале? Оно... Гайс, типа, предлагаю стоит. Привал, предлагаю привал, предлагаю привал. Дорого стоит оно, говорят. Так, идем я в серьезный привал. Себя. Давай. Долгий отдых, ребят, гоу? Гоу? Да, гоу, гоу. Гоу. А кто это у нас тут сидит, бухает? Уилл. Он же даже наши ребята, которые в лагере с нами тусуются. О, и Софи! Он а чем? У тебя лучше броня? Да, у меня 16 дает или типа того. И я не сдамся без бою. Отвага перед лицом угрозы, вот это мне по душе. В нашем лагере пока есть нужда в услугах. Ебать, у него взгляд пиздец, конечно. Блять, он как будто зомби. The tadpoles weakened. Что-то перебирал, что это было? I've showed no signs of turning. Почему Димас голый? Он, бля, голый уже часа три. Not even a hot flash. Да, мы особенные, наши личинки тоже. Вилл одобряет это. Откуда ты знаешь, Вилл одобряет это? Написал слева. Жалко, что мы не сможем его квесты выполнить, потому что у нас нет места в отряде. По-доброй воле ко мне присоединяться. Почему только Димас голый? Ну потому что он бард. И потому что ему нехуй делать. Прямо сейчас Димас думает, нахуй я вообще в это играю с ними, если бы я мог пойти поиграть в PUBG. Ложимся? Почему? Мы же не со всеми еще поговорили. Сектантам можно доверять? Каким сектантам? Я с Исохшим разговариваю. И че он? Предлагает услуги наемников. Покинет Коли жизнь тебя или друга, верну ее я в тело без труда. Пиздата. Резать, короче, за бабки можно. Сверхъестественная мощь. А во что мне это обойдется? 200 голды. Нахуя тебе деньги, чел? А, ну вон, изменить класс. Изменить класс можно, да. Ну все, я думаю, пойдем спать. Нас ждет сокровищница, ребята. Ну, сокровищница. Тут вот еще с Shadow Heart поговорить. А что ты хочешь от нее, хотя бы скажи? В смысле, ну узнать. Кто-то с ней не так, она чувствует. Ебать, красивая. Тима? Защити меня? Что Тима, это защити меня, я не понял. Не-не-не, бля. Использовать слияние разумов можно и проникнуть в мысли. Она не одобрит этого, я думаю. Либо на харизме выехать. У меня она не так велика. Тогда давай проникать, поебать. И вот так 18. Вот проникай. Благословляю. Надо было мне, наверное, проникнуть. У меня мудрости до пизды. Хотя у меня плюс 3 был бы бонус. На самом деле не такой большой бонус. Можешь вдохновением. Если хочешь. Чисто как ты чувствуешь, знаешь. 18 это уф. Перекинь, чё уж. Вот, победила, видишь. Ты чувствуешь, что она силится понять произошедшее с ней. Она молча молит о помощи свою богиню, Шар.
Она поклоняется геометрическим фигурам. Ты поклоняешься шар, да? Это палево. Нужно было вести себя рядом с тобой осмотрительней. Я служу Шар, госпожа ночи. Спасибо большое, Спирит. Теперь ты знаешь правду, но не стоит раздувать из этого историю. Не давала согласия, с кем поговорить Шар. Кто такая Шар, ребят? Богиня ночи. В натуре, могла бы рассказать. Да? А что такого? Надо было сказать. В идеале до конца. Ты слишком самоуверенно судишь о том, что я вправе и что не вправе рассказывать. Короче, секреты для нас это все, это наш щит, наш кредо. При этом говорит тьма, защити меня. А секретная. Охуевшая, блядь. Проверим мою непредвзятость, блядь, я слушаю. Да, согласен, подходит. Talk to me later. Потом говорит. Ну и пошла нахуй. Ну, типа, потом раскроем персонажа, и там через да. еще такое времени. Припасы. А, блядь, кто-то не выбрал, кто-то нажал. Но это я стою, я, блядь, ничего не нажимаю. Да. Ну, слабо, хоть трусы одел, блядь, наконец-то. О, блядь, как охуенно отдохнули ребята, блядь, мое уважение. Так, ну что, я предлагаю возвращаться. Сокровища не ждут. Сохранимся? А с этой, с... как ее? С ЧСВ? Лаэзель поговорим? Да пошла на нахуй. Куда прыгаем? Мы же не можем, мы же не можем, к сожалению, делать квесты спутников. Да, но мы спутников. Можем узнавать у них информацию. Куда ТП-шнулись? Да, это можно такое. Просто уйти, Димас, нажимайте. Ребят, романсить друг где друга уйти? Игроки не могут. Я что-то заметил. Арсюха, где уйти? Просто справа нажимаешь. Религия про... О, нажми. Подожди-ка, религия провал. А я могу религию рольнуть. Тоже провал. Так надо было забахаться, не? Блядь, я не могу. Общение с животными. А ну стой, Лиза, ты же мудрая. Иди, стой. Что я сделал? Я не могу найти. Проходи. Димас, справа там, где огонек, уйти из лагеря. Проходи. Не. Прямо. Сундук посмотреть? О, святилище Луна, говорит, видишь? Сейчас ты где? А чё мы не открываем? А, уйти, блядь. Блядь. А, вот почему. Ебучий рот, блядь. Нет, вот так просто нет. Я думал сюда заходить, блядь. О, Лиза прошла испытание. Так я тоже прошел. Не-не, что ты делаешь? Нет, стой. Не надо, ребята, этого делать. Печать Силуны, на ней печать. Слышишь, стойте, остановитесь, на ней печать. Сундук окружен магическим щитом, наносящим 4-24 единственного урона. Любой меретику, который прикоснется к нему. У нас есть поклоняющиеся Силуны? Нет. А почему, блядь? Это можно было где-то выбрать? Ну да, какому богу? Я Тиру поклоняюсь. Я вообще не выбирала, какому богу поклоняюсь. Тоже не хуй знает. Может, потому что приз? А где посмотреть? Может, потому что приз, Максим? Может. А если нажать на него... Я понял. Испытание пройдено. Ну, я прошел испытание. Может, мне попробовать? Ну, мне кажется, я же не попробую. О, внимание, провал. Да, я понял. Сейчас, секунду. Я лечу, блядь. Спокойно. Успех. Ага, лист. Молитва. Молитва – это еще на силу. Автор призывает принять благовоние лунной девы и вкусить от ее дара. Подожди. Автор призывает всех принять благовоние лунной девы и включить даров. Молитва? А кто украл благовоние? А что? О, я взял, я. Какой я, не украл, я единственный слуга Господа, блядь, в этом заблудшем царстве. Отойдите в сторону. Пошли. Блядь, ну что значит пошли? У меня есть благовоние. Нюхай. Поджигай. Я не знаю как. Что значит вкусить благовоние, блядь? Благословление? В смысле, блядь, благословление? Подождите. 6 часов стримлю. Принять благословение лунной девы и вкусить от ее даров. Может, свечи надо пожечь? Ну, какие у нее дары? Ты же религию шаришь. Нет, я понимаю, что же, где мне посмотреть, скажи, я скажу.
Я же понятия не имею, о чем речь. Вот еще, кстати. Еще одна. Да не, ну мне кажется, ну какие-то дары, ну вот у нее тут бутылки, ой, а. Бутыли вина. Потому что вина надо бахнуть. И чашка была, да. Дар Нептуна, блядь. Молитва посвященная силу, она отрезает всех принять благословение лунной девы. А почитай эту книжку. От ее даров. Какую книжку? Сейчас я скину. Я взял. Да, кстати, ребята, да, здесь можно было слезть, не обязательно медведя было убивать. Да, да. Там доспехи пиздатые. А еще можно было прокрасить. Про... А, происхождение Силуны. Бля, ебать, а шо ж ты молчал, что у тебя такая книга есть? Я только шорт взял. Так там лежит она, не? Пыльный том, соответствующий конфликте между богинями-близнецами Силуны и Шар. Ага, бля, нихуя себе. У них конфликт. Разворозившимся после того, как Силуна зажгла солнце, подарив вселенной питающий жизни свет и тепло. И на этом все, блять. Вот у меня есть еще такая книга, не знаю, поможет она тебе или нет. Так ты можешь это сам прочитать. Нет, так я прочитал, там хуйня какая-то. Ну хуйня какая-то, очевидно. Война между Силуной и Шар. В котором рассказывается происхождение Силуны. Очевидно, а сестра, одна ночь, другая день, понял? Как будто, может быть, света надо сюда захуярить. Видишь, она стоит под светом, но сама тьмой. Да я видел уже это, листок с силунской молитвой. Ну, подожди, так, а кого нужно, чтобы как-то Силуне помолиться, да? Да. А можно подобрать эту молитву с собой? Типа, взять с собой, да, подобрать. В смысле, на ней же это... А, ну вот, можно взять. Так может подойти с этой молитвой сюда, встать перед ней и читнуть ее? Давай, используй. А я ебу где? А вот она, сионская молитва. Прочесть. Та-тара-тара-тара-тара-тара. О, есть. Куда, блять, я, это я сделал, да, не ты, я не молитву, я жрец, еретик, изыди. Знаю, подвеска прикольная. Я ничего не беру вообще. Да, если вот здесь остается 50% ВЗ или меньше, он не провоцирует неочередные атаки. Это надо кому-то из вас, кстати, ребята, лучники. Это тебе тоже норм, не? Так и нет, я бегать, если у меня меньше 50, это бегать, типа, я буду, скорее всего, держаться. Это когда вас пиздят, чтобы отступление не прожимали, а могли просто уйти, разве нет? Ну да, да. Ну Дима отгребает пизды бодренько, я ему скину. Давай, да. А топфировое что за жрелье... обряд прочитать? Обряд, силуинский обряд, простая записка, читаю. В этой книге описывают древние ритуалы инициации почитателя богини Силуны, когда ребенок вырастал до определенного возраста, его или отводили, видимо, в дремучий лес и оставляли там. Ребенку нужно было самостоятельно защищать себя и полагаясь исключительно на собственные навыки вернуться в серебристому свету лунной девы. После возвращения к своим ребенок принимался в общество, его вера в Силуну и статус его последователя более никогда не подвергались сомнению. Че идол Силуны я нашел какой-то? Но это все на продажу, ребята, пойдет, я вам сразу говорю. Так охуенно. Да. Уебываем? Да. Сапфировая, серебряная. А, да, бля, ебать, я уже нахуй реально плавлюсь на самом деле. Ну, блядь, играть интересно. Игра охуенная, наверное. Наверх лезем сейчас, Серега. Куда, завтра, может, пораньше соберемся или завтра? Я еще тоже. Ты же сказал, Арсюха сказал, что завтра не будет играть вообще, да, ни на что. Да, сейчас на день рождения к маме еду, и мне ебут завтра. Ну, посадим Сереху. Почти одинаковые. Разницы никакой. Серега тоже едет. Отставай. Лиз, лезешь? О, здесь собака. Шкряб. О, Лиза, срочно, собака. Я вызвала кошку, не переживайте. Они не дружат. Сейчас будет драка. Где собака? Арсюха, выпьешь баночку? Или у тебя нету? Где собака? Там мне нормально, я же в скрытости. Вот. Где собака? Ну, я лезь моргаю. Наверх, Лиз. Вот, лезь сюда. Я тебя после вас, я тебя жду. Я думаю, ты стоишь, смотришь на собаку. Нет, я просто ждал, пока ты поднимешься. Спасибо. Ля-ля-ля, валит. Иду к шкрябу. Давай. Шкряб, стой. А удочку нельзя одеть? А ягоды это фуражирование? Это будет же получается? Что... Да. Ой, так тут кого-то убитый. Угу. О, нет. Иди своей дорогой, сталкер. Что тут произошло? Я же сказал, уходи. На ошейник. Клянуть на ошейник пса. Я дохуя там мудрости, внимания, и тут еще Максим. Нет, ну а ну блять, это ж. Ну ладно. Да, куда ты торопишься? Ты, у тебя гонка или что? Сори, я думал, у тебя сразу. Не сметь бросать без моих наставлений.
You see a name etched into the leather. Ты видишь надпись на кожном мошеннике. Шкряп. Тебя зовут Шкряп, верно? Иди сюда, все хорошо. You know my name. Ты знаешь мое имя? Интересно. Хищник не стал бы так утруждаться. Все равно, уходи. Мой друг ранен. А он реально ранен? Ему нужен отдых. Едва ли он проснется. Ну да. Конечно, проснется. И мы вернемся домой. Не, я думаю, кричать не надо. Может, его надо узнать? Что все-таки случилось с твоим другом? На нас напали. Хохочущие, мохнатые двуногие. Пахло от них странно. Пока захуярить пса. Тебе ясно, о каких существах идет речь? Это гномы. Если хочешь, то можешь пойти со мной. Нет. Тогда я его не брошу. Давай мы его похороним. Если он не проснется, найди меня по запаху. В смысле, не, он разозлится, если кричать, скажет, отъебись, блядь. Если так случится, может, и найду. Спасибо. А, ну все. Ой, ну так не будем, наверное, да? Почему? Нет, стой! Уже можно, он не красный, но не красный. У него письма, смотри. Да хуя, грубые письма и личная записка. Это конец, похоже. У нас родился мальчик, красивый, здоровый. Поздравляем. Да нет, это у него, видимо. Тут соболезнуем скорее уже. Будь здорово. Здорово. Какая-то хата, ребят. Наверху. А двигаемся? Да. Ну ты же ведешь. Мы за тобой. Ну да, я просто, вот я вижу здесь какая-то горка, но мне кажется, по ней не получится подняться, нам придется войти в обход. Не получится, все верно. А прыгнуть? 60 опыта. За что? Знаете, красивые глаза. Полный метр на что-то указывает. Внимание, Димас. Каменистая расщелина. Ага, вон, смотри, ползем, полезли? Ползем, блядь. Я не пролезу. Даже я не пролезу, блядь, что? Так, тише. О, котик привязался. Погнали. Так сейчас Лиза превратится, нет? Котик не лезет. Нет, она не лезет? А кто, как она превратится? Ну, в этого. В гномика? Да, в рослика. Не в гномика. Мне нужна женщина-полурослик. Полурослик, да. Бля, я поменял этот спел. Собаку в лагерь потом... О, пролезла, блядь, да? Охуеть, да. Она пролезла. А, так это там, где мы были, только сверху. Вон там убитая про... хуйня, а, да. Стоп, но мы наверху, мы тут не были. Не были, да, это так. Нихуя нету. Тут нихуя нету. Это, наверное, для того, чтобы напасть. А, вон, смотри, вот, сталагмит. Прямо над ней был, вот этот. Ебать. Ну мы же не хотели ее убивать, правильно? Поэтому... Ну, мы не планировали скорее, да. И над его тренарин. А куда ребенок, кстати, делся? А, ну он съел ее, видимо, и съебался. Съебался, да. Ну куда идем, наверх? Нихуя, у меня тут чат охуел в полночь, блядь. Как все продумано. Да, двигаемся дальше. Так может наверх или мы назад? Так мы не сможем подняться, Дим, там нет подъема. А, там вообще не понял. Да, мы идем как можем. Тайник охотника. Нихуя нет почему-то. Мертвые гоблины и мертвые искатели сокровищ. А, это мост. Мы поднялись с той стороны моста. Мы просто круг сделали. Ну, го, разлутаемся тогда, да. А и воровское можем? Лакомство, оно работает как еда, да? Как фуражировка. Не, вроде для крафта этого, не? Всякой хуйни? Вроде для хила кто-то говорил крафт. Детский рисунок гоблина углем. Три человека. С кем говорить? С трупами? Да. Давай. Отойдите, не лутайте. Я не лутаю. Отойди, я не могу говорить теперь с ним. Ему нужно место, чтобы взлететь. Понял, извините. Он такой же молчит. Это все? Да. Бля. А можно сейф? Спасибо. И опять же, тут можно влево спуститься, но нам нужно вправо, поэтому пойдем. Кстати, не спустись мы бы этого чел-медведа-свина не убили бы. А почему мы не хотим пойти смотреть? Погоди. Катсцена, проходите. Иди сюда, окружай. Я знаю, что вы здесь выходите. Промолчать, может? Я не знаю, типа, хули выходить. Да нет, да хули. Да он и так орёт, блядь.
Это ж дети. Какие дети? Это гоблины? Дети гоблина. Stand down! Нет? This one's got a touch of the absolute about her. Apologies, your lordship. Hard making you out from a distance. Опа, нихуя себе. Удачно ты зашел. Чтоб больше такого не было. Выколот тебе глаза, раз ты ими не пользуешься, мне кажется, надо душить. Душить надо. Ладно, стой, спой. На карте видели, внизу, около заросших руин, можно было, ну, типа... Бля, а зашли бы вы, ребята, скорее всего, пиздели бы сейчас. Да, возможно. Почему? Ну, а, потому что я дроу, они очканули. Они очканули на то, что у тебя абсолют. У всех открылось. Может, у всех. Опа, Арсюха. Они очканули то, что да, то, что у тебя червь в башке. Арсюха, сундук. Это неправда. Арсюха. Я открываю, открываю. Я пока рыбу попизжу, нам пригодится в дороге. А, бонусное вскрытие не идет, да? Нет. 15 так-то нужно выбросить. Нахуя? Жесть! Ребят, сколько тут всего? Пойдемте в здание. Не пришло. Я хавку спиздил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лиза, тебя не учили, что первый кто входит в хату? Вот. Помочь ему зайти? Не надо. Точно? Успех. Да. Успех, успех. Сейчас захуярю. Записки аптекаря звучит интересно. Прижимал свои рекомендации по выращиванию лекарств. Блин, жалко нельзя. Не... А что значит импульс? Кинжальник? Опа, да вот, опускай подвал. Это трава. О, ледяная стрела. Бля, ледяная стрела это как это что ли? Это походу как в диванной. Ребят, импульс. Это что? Не знаю, вот хочу спросить. Ребят, нужно наверное вот тут разломать или где? Появилось задание обыскать подвал. Ребята, подождите, не так быстро. Maybe I need more pockets. Записки аптекаря. Так, здесь вот какой-то мужик стоит. Ингредиентов можно найти. Да это я, здорово, я читаю. Я думал, ебать. Треть наковых ингредиентов дают экстракт. Вот, вот, деревянный люк. Идем? Ну сейчас, подожди, дайте, полутаемся. А тут есть где поварить-то? Котлы и все прочее бери. А что надо? Записки аптекаря. Отнеси растение по особым указаниям в подвал. Беречь от любых любопытных глаз. Идем? Подвал и растения какие-то. Идем? Идем? Идем, идем, идем. А где подвал-то, ёпта? Вот. Вот возле нас, вот. А, иду. Не вижу. Иду. Не вижу. Иду. Спускаюсь. Спустился. Тут много всяких туп трава, полы, реторты всякие. Три банки хилок. Тут он сказал, что где-то спрятаны травы. Да ты чё? Да. Так значит, надо немножко... Зрительный яд, вот дневник лекаря есть. Прочесть. Сейчас мы найдем тут все, ребята. Диагноз подагра, да-да-да, разнятие... Еще зелье хила. Диван, конечно, прослеживается. Ну, естественно. Так ебать тут травы. Чеснок. Профессор? Угу. Сублимат новый рецепт. Осеннего шафрана. Осеннего, ага. Повторю. Импульс. Существо чувствует, что нельзя терять ни секунды, его скорость перемещения увеличится на 1.5 метра, пока действует эффект. Максон, давай я тебе... Внимание, провал. Продал. Вот здесь внимание было, провал. Кому скинуть? Стойте. Максон, Держи шлем охуенный, на 1.5 метра больше будешь ходить первые три боя, первые три клетки. Имба. Дал тебе. Шлем спешки. Для меня это пиздец, чел. Очень надо, спасибо. Хоть теперь как же человек... Вот тут где-то тайник, но у меня всех провал на внимание был. У всех? Да, по-моему, у всех. У меня слишком рано сработало до наставления. Угу. А у меня с наставлением я все равно не нашел. Потому что... А второй попытки не может быть, да? Если ты 4 раза провалился. А где Димас? Подожди, так Димаса нету с нами. Бля, там проверка навыка была всего лишь 10. Я выкинул один, блядь. Один, нахуй. Так, Димас сейчас а где ты посмотрел это? В журнале. Сказать тебе, сколько ты выкинула? Да. Мы в подвале. Подходи к нам, мы тебя бафнем и найдешь. А я не вижу, я не знаю. А как туда спуститься? А, не проходит, внимание. Ты выкинула 2.
Нормально мы ролим. Сейчас я поднимусь, увидишь. Все, идем дальше? Нет, так Димас еще не заходил. А зачем? А, надо его туда закинуть, внимание. Баф, как туда попасть-то, да. Блядь? Я увидел тебя. А ты снизу или внутри это? Да, блядь, это же вот дверь, люк. Димас. Вот, Димас. Блядь, как... Он артист, ему можно. Угу. Вот, Димас, блядь, вот сюда, Димас. Блядь, я вижу, я не вижу, я вижу. Крытный пиздец написано. Иди, Димас, давай, там 10 давай. Всего, ты вполне можешь пройти. Если просто нормально заролишь. Блять, провал, а он наролил. Один. Ну не повезло, что поделать. Не, подожди, проверка навыка 3. Он 3 наролил, а сложность 15. Да, извините, я неправильно прочитал. 15 там, а не 10, но он наролил 3, один хуй. Ну, значит не забрать там травы аптекаря. Там, говорят, рычаг за коробкой. Там, блять, сел, прошел проверку на внимание глазами, блять, прикинь. Реально? Да, да. А мы не можем? Стоп, подождите. Да, реально, вот реально, он. Да, реально. Ибо тип глазами без кубов прошел, охуеть. Она так работает, я думал, она появляется. Не, ну она подсвечивает, по идее. Нихуя себе. Порос из кости гриба можно сделать. Автосейв. Гробы. Ебать. Димас. Там, оказывается, живут в гробах. Это что за хуй? Это, оказывается, говорит, живут. Ебать, он съебывается, слышишь? Ебать, он братишек. Ебаный. Вас застали врасплох, кстати. Мы один ход отдыхаем. Ебать, он ломает, все гробы ходят. Они третьего левела. Ой, блять, а меня не ваншотнули случайно? Критический промах. Вполне могут. Критический удар на 5. А ты специально сломал или он сам вылез? Это пиздец, ребята. Дим. А что делать-то? Дима. Мне кажется, ребята, мне кажется, нам. Ой, ваншот. Меня ваншотнуло нахуй. Меня ваншотнуло. Почему Дима не отвечает? Он на морозе. Дим. Что-что? Тебя Арсюха спрашивал. Она сама вырвалась? Ты специально разбил или она просто... Я нажал, ну, написано как сундук, я нажимаю, он открылся. Он типа... Да, понятно. Бля, тип бежал к этому гробу. Выйти. Давайте посмотрим, может, с окружения как-то можно ебануть. А, ну, можно. Мне кажется, отступить надо. И зайти потом, как положено. Понимаете? Дисейв был прям, когда мы зашли. Они все лучники, да? Может, это сейф скам? Ну, надо сейф скам, да, по-любому. Вы думаете? Ну если, прям вы, если знаешь, как вывести, то делай. Нет, если знаешь, как вывести, то делай. Но меня вы не заберете, наверное, ни при каких уже. Да я бы тебя прямо сейчас поднял бы, да и все. И побежали. Да, все. Буквально в метре сразу. Да нас в метре прям, похуй. Выйди и зайди, как положено. О, это шар, кстати, храм. Как мы на тактике играем. Серьезно, чего мы нежити боимся? У нас клирик в пати. Так я мертвый. Пошли, отсель. Так я мертвый, ёпта. Ты с ними заодно? Я могу изгнать, кстати, их и правда. Блять, всех причем могу изгнать, слышь? Может, давайте я пойду в толпу тогда? Там сталактит можно сбить, если еще. Где? Над первым гробом. А, так сбивайте. Надо? Надо. Давай, сбиваем. И они нас... Они не вылезли. Не... Надо следующего идти. Там еще есть сталактиты. Сбить еще один вот здесь. Давай. А где ты их видишь? Еще вот один здесь. Вы их видите, да. Реально. У меня камера не отматывается так сильно. Да. У меня нормально. Буквально на краю. Просто... Буквально краешек вижу. Вот этот надо еще. Прям стрелять? Прям сейчас стрелять? Да, да. Нельзя добавить в инвентарь, блядь. У меня выжил чел. У меня его гроб не разъебался. Так, я здесь спокойно, ребят. Все будет хорошо. Не используй изгнание, пока они все не вылезут. Я пришел, чуваки, да. Ебашить? Ебать, ты целишься, стрик. У 23 стрик это, ну. 14. Ладно. Молись. Чем молиться, я могу спрятаться. Ну да, или прячься.
boots have seen everything. В почку. Если недостаточно, блядь. Так, я ж теперь 10 метров могу бежать. Имбово. О, у нас есть бард, охуеть. В натуре? Да. Это не шутка, блядь. Да. Ну, 10 хп всего лишь. И хилом можно ебануть? Не влияет на нежити конструкции хил. По крайней мере, тот, который есть у меня. Я так понял, код это всего лишь таунт. Димас, нормально? Эй! Да, он открывает. Он пытается открыть. А там открыть... нет никого. А там никого нет, да? А кто ходит-то? Мне кажется, сломался, блядь. Мне кажется, он сломался, да тоже. Типа никто не ходит, да, сейчас? Закрывает гроб. И сейчас никто не ходит, да? А, не, вот я пошел, нормально. Бэтмайерс, нахуй. Новый вид тибэггинга. Господи, благослови всех, кроме Арсюхи, потому что он далеко. Раз, два, три. На одного? А, это массовая благушка? Да. А кота не благословил. А что за щит веры? Класс брони на два. Она долго? Забей, если его убью, да и все. Не, всех остальных же будем пиздить, правильно? Так они же не вылезли еще даже. Мы сейчас их сами достанем. Меня должно хуй пробивать, на самом деле. Я иду открывать следующих, ладно? Да, быстрее, пока у тебя все, бойцы пропали твои. Открываю. А нет никого? Вас застали врасплох. Кто? Баганулось, слышите? Эти никто меня никто меня врасплох не застал. Мне кажется, баганулось. Кости, да. Он просто не порезал их, видимо. Лопата, кстати, бесплатная. Да я купил уже. О, темный дневник, ребята, нашел. Будем читать? Дима, песня. Не будем грузиться, похуй, что они не залагали. Где? Похуй. Я не молюсь богам, но по счастливым очень обстоятельствам в этой деревне нас с учеником считают простыми целителями. Мои татуировки не видны. Не видны красное одеяние, спрятано в лаборатории, надежно защищена с момента прибытия. Я не слышу слова «тхай». И лишь мой ученик знает, что я Ильян Тот. Здесь неподходящие условия для моих исследований, но после такого бегства больше не вернусь домой. Меня бы как минимум убили, работа несложная, дыры-пыры, фолианте. Содержится, кажется, ученик тоже, по крайней мере, фамильяр, позволяет мне легко избавляться от трупов, не вызывая подозрений. Но это требует время, но для меня Зулкира, до того, как я верну, дыры-пыры, моими стражами. Ну, короче, типа, это были стражи какого-то типа, на самом-то деле. Ну, ладно. Выходим? Да. Там нет никаких Подожди. Дверей. А что за зеркало такое? Странное украшенное зеркало. В натуре. Узорчатый нож. А, мох. У меня есть идея, что с ним сделать, кстати, ребята. А вы пробовали его? В одеянии. Да? А ну-ка, нажал. Отойдите! Бля, нет. Вы... Нет, он говорит, скажи свое имя. Одеяние надеть, чувака. Говоришь с ним? Не-не, я говорю с зеркалом, да? О чем вы? И что оно говорит тебе? Скажи свое имя, я могу сказать, повторить имя с прочитанной книги, назвать свое полуорком, сказать мое имя, Кранк. Я знаю, как там дальше, светлым зеркальце скажи. Повторить имя с прочитанной книги, Ильян Тот, почему? Да, Ильян Тот, я же прочитал эту книгу. Блять. Грязная полукровка. Так, моя очередь. А уже, наверное, все будет. Если ты вас союзник, выйди и объяви об этом. Ебать. Да, я союзник. О, союзник, давай запугай. Запугай, пугай его нахуй. Пугай зеркало, Дим. Запугай меня. Блять. Подожди. Вот так пугай, вот так. У меня нет бонусов на это. Ну давай, блять, я тебе говорю, в этой хуйне у меня роллы вообще хуйня. У тебя минимум 6. Ну хорошо, двадцаточка. Пизда. Повторный. Не, ну тут повторный надо делать, очевидно. Еще раз единица. Не хватит. Бля. Может и хватить. Да, подкрутил. Хватило. Ебать. Повисает пауза, стеклянные глаза рассматривают тебя, затем... Открываются. А открываются ли, блядь? Можно, да, зайти? Да, можно. А, окей. Ебать, лаба здесь. Заметки об исследованиях у него есть. Паучий свитки. Какун. А ну, посмотрим, что у него за заметки тут, что он пишет.
Опа, ребята. Возвращение к жизни, неудача, смерть наступила слишком давно, тело разложилось, реанимация, неудача, мертвец вернулся упырем, пришлось убивать снова, разговор аккуратно с мертвыми. Почему? На нее наступить же надо. А, это ловкость рук. Это может бафнуть? Некромантия Тхая там впереди, я видели? Могу, я могу обезвредить. У меня проверка, у меня... Проверка... А что за некромантия Тхая? Зачем ты в ловушку полез? Что? Да просто. Тебя бафнуть его на эту историю? Да я вроде выбираю, не знаю, что за ловкость. А, плюс 3. Она мне поможет? Наверное, они оба обезвредили, прикинь. А, можно идти? Срежали. Да. Тут закрыто, ребят. Внимание, провал. Стой, не подходите. Ну, ты подходи, Арсюха. Ну да, сейчас. О, ловушка. Где? Еще там внутри, одна, да? Да? Ага, этот, плита. Под этой. Блять, я меня последний. А, не последний, но нормально, основной. Бам, нахуй. Плюс 4, плюс 4, плюс 2, блять. Сюда. Сколько у тебя воровских инструментов еще? Одни. Сеня, обезвреживай. Держи. Теперь у тебя. Так, ребята, я тут горгулью увидел еще. Так, тут а пизда. А, дайте. Вижу. Так, подождите, стойте, стойте. Выйдите все отсюда. Я обезвреживаю. Готовы? Выйдите. Ну как сказать? Да, готовы. Нормально. Доставай. Может, давай я с этой книгой повзаимодействую? Да, да, я обезвредил. Дай-ка я попробую потрогать эту книгу. Бери, конечно. Беру. Это отсылка на книга крепко заперта, скважина для ключа нет, лишь овальное углубление вместо рта на обложке. Какая мерзкая, блядь. Это отсылка на... Некроманикон? Да, видимо. Да. Или, ну, из... Бля, ребят, я вообще не темный колдун. Мертвецов. Ты пытаешься рассмотреть книгу, но чем дольше ты разглядываешь, тем сильнее тебя притягивают пронзительные аметистовые глаза. Не, она реально пиздато выглядит. Да. Злобное око. От этого тума чем-то мрачным, мрачным, скверным. Уничтожить древний фолиант у меня там. Бросить зловещий фолиант, наверное, что засунуть книгу в вещмешок или оставить в покое. Ну, заметки о его исследовании. Знаете, Максим Евгеньевич хочет забрать его с собой, но метр с кепкой, двор-жрец, хочет уничтожить его. Но мне кажется, если его бросить, это ничего не изменит. Поэтому, наверное, просто взять. Как считаешь нужным? Давай бросим, если не получится, то не получится. Мне кажется, он просто ну, бросить и уничтожить. О, охуеть, он уничтожен будет. Тише! Тут кто-то кричит за дверью. Я нашла ключ. Я голоса какие-то слышу. Я нашла ключ. Угу. Чего? И в итоге? И где он? От книги, сейчас. А, так он у меня все равно оказался, ебать, не выбор без выбора, ребята. Ну да, ну типа... Я взял опять его в руки, слышь. Книга заперта. А, ты нашла ключ, да? Да. Убрать книгу. А можно мне ключ? Я тебе вроде скинула, нет? Да? А как он называется? Ржавый ключ. Ключ бандита? Нет. Он мне скинула, ты уверена? А, он у меня на этом... На связке. А злобное око, блять, случаем не надо было вставить? А это книга, да? Это книга, да. Просто. Бельгийские вот... рельсы. Так, вот ржавый ключ, вроде как. Оно у меня на этот упало. Нихуя не а где связку. Мне взять? На связку ключей, сейчас. Просто на землю брось. Блять, я выложила. Ну, я, кстати, нашел рецепт зависления. Я не вижу куда. И что надо для него? Соли зонтика воровского и суспензия. Короче, вот. Это очень несложно. Ну-ка, теперь нам надо узнать, как нам вот быть... Вот, я положила его. Беру. Кот. Ржавый пошел. Ключ. Да, вижу. Ржавый ключ. Ну-ка, что пишет? Ладно, похуй, просто прочесть тогда. Ребята. Не могу, слышите? Не могу. Окей, а у меня есть еще другой ключ. Может к ней быть, не ключ был... нужен? Может быть, это был не тот? А где фолиант? А вот, открыть древний фолиант. Вот здесь фолиант упоминал некий ключ-самоцвет. Возможно, с его помощью можно удастся открыть. Ключ-самоцвет. А вот это не оно? Или лишь божественный свет может выжечь зло из этой книги, блять. Пиздец. А что ты бросила?
Там был тяжелый ключ. Ребята, а как вы скажете алхимию здесь? Или это только в лагере? Вот я тоже, как варить, да? Я тоже хотел бы помнить. Нашел. Вот, сверху. Расскажи, как. Через снаряжение, и там справа, сверху, алхимия, заклинание, да, алхимия есть. Да. Тяжелый ключ. Извлечение. Он сейчас извлечь все ингредиенты. Он не поможет, нужен ключ самоцвет, Лис. А ржавый ключ не от этого, да? Нет, они самоцвет, да. А, он, наверное, от решетки. Пограничная философия. Не хватает суспензия любая. А как суспензию сделать? Суспензию не знаю. А вот суспензии две. Нужны три гриба, либо три тростника. Опа! И будет да, суспензия. Да, вижу, вижу. Угу. Прикольно. Так. У меня, говорит, есть спел на луч света. Да. Так а что, о чем мы да, делаем? Да, есть. Слышь, у меня есть. Че, попробуем? Хочешь книгу уничтожить? Ну да, попробовать. Подождите, а давайте посмотрим, о-го, что дальше. Некромантов-то у нас один хуй нету. Еще рычаг есть. Жать? Конечно, жми. Ребята, тут сейчас страшные вещи будут происходить. Вы идете? Он убил медведя-подросточка. Подожди, подожди. Мы не будем открывать задник у него? Слушай, ну... Подожди, там бесы беснуются. Подожди, может... Нет, я понимаю. Мне пригодится. Я пытаюсь тебе сказать, что среди нас нет чернокнижников. Да, но может быть ты освоишь эти знания. Не-не, я не планировал, ребят. Ересь, блядь, сохранись, Дим. Ересь нахуй. О. Ебать. Что за хуйня, блядь, вылезла тень пятого уровня? У вас уже бой? Да. Да. А можно я тоже поучаствую? Так, секундочку, мне бы, блядь, щит веры на себя. А, ну да, конечно. Блядь, это реально сработало. Охуеть. А это нежить или что это вообще? Это не похоже на нежить. У них устойчивость ко всему. А вот к светам у них хуёвая история. Ебать, 17. 17 урона, 18, ебать. Интуитивно понятно. Опа. Кошки. Свет развеивает тень. Так, секундочку, ребята. Одна исчезла куда-то, 4 хпшная. Да, и правда. Я тебе сейчас... Котик на один въебал, чё, нормально? Бля, я хуйню сделал, пиздец. Бля, из Димаса вытянули силы, из Лизы тоже. Я бы мог... Охуенно, просто охуенно. Вот это я мискликнул, ребята, пиздец. Да, люто причем. Полезно. Это пиздец, старик. Развеивай тьму, давай. У тебя больше нет света? Да, я как бы, блядь, пиздато поиграл в игру, что я могу сказать. Что такое? Найс, походил. Да я мисанул, у меня тип убежал в сторону вообще. Ну я походил, осталось только Арсений. Да. 9. Я боюсь, как бы Дима выжил. Ну вроде бы я на... О, на отступлениях можно съебаться, кстати, слышишь? Так он же выживет один удар. Он же один удар точно выживет. Да похуй. Не, да я прохидал. О, Димас убил в стелсе хуйню, слышь? Она была в стелсе. Да. Он ее убил. Ай, Дима стоит так опасно, я не могу применить град. Бывает. 10 осталось у хуйни. Она меня вроде не пизданет, если я отойду. Ты, блядь, сдохнешь в момент. А, даже так? Окей. Вы можете бежать оба, если что. Потому что у вас хп не так много, а по мне у меня много, я выдержу. Так они, наверное, не тебя будут бить. Ну да, это... Ну я же жрец, я буду кричать, ах вы. Ах вы, суки, я слуга Господа. Лиза, ты встретишься с Богом очень скоро. Ну, Лиза. Не надо было отходить. Так надо было изначально отходить, а не подходить. Ты меня хорош. Это охуенно. Угу. Руку помощи давать или потом? Да давай сейчас.
Магия дроу. Имейте в виду, действий у меня больше нету. Где хуйня? Вы не видели хуйню? Все цели, на которые попал свет, становятся видимыми. Это действие тратить? Наверное, да. Не помешает. Но она, ну, подожди, но она далеко убегает после того, как становится невидимой? По-всякому. Ладно, пробуем. Я отдохну тоже, не буду показывать кнопки. Вот они, да. А где, собственно, у меня ХП? Откуда у меня испарилась десяточка? Масуха? Тебя пизденули. А был журнал боя. Видимо. Тебя пизденули, да. Физическое сияние закинул, да? Тусклый свет. Все входящие атаки имеют преимущество. Асюха, а может быть, ты за спину ко мне встанешь, как тебе предложение? Я думаю, пиздануть его не надо. Типа сюда куда-то. Нет, ну да, но ты уверен, что ты выживешь? Просто если я заебался бегать и вместо заклинания экзорцизма, блядь, поднимать. Ну а ты нанесешь ему урон? Я 4 урона. Не в этот ход. А ты уже баф? Ну там же Дима еще будет ходить. Я резал внизу. Ну да, окей, тогда убивайте. Вот, ну. Не очень хорошо получилось. Добьешь. Так в смысле, ты с ней нанес урон? Лиз, мне кажется, тебе тоже лучше встать куда-то сюда, знаешь так, почему? Так, это до пронзающим. Он где-то здесь, в инвизе. 4, ништяк. Добивание, да? Бля, звуки из сталкера. Ну, я могу сделать так. Нет, Лиза, куда же ты? А зачем ты? Разминировать его. Так а зачем? Встала бы за мной, с арбалетом бы ждала. Ебать, как же тебе везет. Жми отступление и беги ко мне. У меня нет отступления. Похуй. Похуй, реально. А если, блядь, вот так, сука. Промах, пиздата. Классно спелы использую, охуенно. Мне очень нравится. Спасибо. Да, не за что. Блять, а было бы неплохо попасть в него светом. У него еще уязвимость к нему, чтобы вы понимали, да? Но у меня будет еще один шанс на следующий ход. Надо молиться Господу. Я потому что сделал без молитвы. Ебать, Дима злой, нахуй. Ножами чисто. У нас два типа по одному хп. Точнее, один. На троечку, нормально. Ну, бля, с дуалами пиздата, кстати, хорош. Тебе нравится вообще с дуалами играть? Да. Потому что это один из типа, я вот тоже хотел, наверное, было желание. Или с одной одноручкой, или с дуалами, бля, с дуалами охуенно. Димас, а ты чего-то боишься? Я не понимаю. Ты просто стоишь Мы-то. Дальше всех, и Лиза стоит на фронтлайне. Я с арбалета стрельнул, у меня один хп был, о чем-то. Ну ладно, она в любом случае не выжила, там 20 зашло. Так у меня один был, я себя похитил. Блять, а я не вижу никого, слышишь? И как мне ее найти? Ага, а понял. Когда близко подходишь, не, она разменяется. Да заебал, вставай. Нормально, нормально. Так. Че вышел с этого? А это же никаких дебафов не дает, что я бегаю ее поднимаю каждый ход, это нормально? Да, да. Так это же вообще имба. А Димас себя лечит. Похуй. Меня лечи. Стреляй. Лиз, стреляй через на рандом, через... Нет, через контрол, куда-нибудь сюда, где она там может быть, подумай, прострели. Ну, сюда я стрелял, тут нет. У меня не хватает, у меня никаких действий после реза. Ладно, типа сюда куда-нибудь въебать бы. Вот тут он где-то стоит, я говорю. Вот мне кажется, где-то здесь. Блять, а что не дает перегнуть что-то? Ебать, Димас, ты куда? Вот тут он стоит. Изи. Дальше не могу. Бля, забавно. У меня есть масуха. Оп, видели? Камера сидит. Блять. Это очень плохо, ребят. Это ужас, я бы даже сказал. Сейчас тебя поднимем. Вон Арсений может бой поднять. Бой с тенью, блять. Я думаю, мне нужно бежать, не? Куда? Найти эту хуйню. Может лучше Максима? Я ты все равно не хватало, будешь убегать, она где-то около него. Пусть, так Дима поднимет на эксход. Так нет, она же все равно около него. Нет, она выше, чей? Она вот здесь. Я не смогу. Где-то вот тут. Можно рейсик, пожалуйста, ребят. Могу реально. А, так, ну, так вы вдвоем еще будете ходить. А если выйти на свет, она появится, но по идее должна. А если? Ну я ее вижу. Да она вот здесь. Где ты ее видишь? Где она?
Она вот здесь стоит, сейчас она меня ёбнет. Вот тут. Она промахнется. Где? Вот тут? Вот на тут, балконе? Вот тут где-то, да. Ну, прям за этой колонной, если честно. Да, фокус свет. Фокус реально был неплохой. Ладно, похуй. Я удивлен, что мы вообще смогли убить двух. Я не могу массухой зажарить без цели. Стреляй, стреляй. Стрелять поставлю сюда куда-нибудь. Самогонный аппарат. Здесь бой с тенью. А я уже включил саундтрек, блядь. Запоминаем. Вот она. И ушла. Да включите светильники. Я вижу. Ебать, я вижу, ребята, я вижу. И почему же я не могу-то, блядь, въебать? А не, могу, недостаточно ресурсов действия. А у меня действия нет, ага. Да это после реса. Интересно ли, да. Но ты можешь реснуть... Корсюху. Да не, не можешь же, у него же реса, не, у него же нет действий. А, действий нет, да. А это основное, да? Ну да, да типа ну, того. Ну подойти можешь на next реснуть, ну такое, можешь подойти на next ебать. Я вот тут лучше встану. Ну да, чтобы Дима добил ее. А, да откуда у меня стула? Нет, там невозможно, он может тебя реснуть скорее. Ему нужно идти тебя реснуть, мне кажется. Вдвоем с Лизой не добьют? Нет, до 12 ты что гонишь? Дима 4 нанесет. Это все действие будет. Испытание проигрыш, Шипов. Тебе нужно резать Арсения или пиздец? Или мне? Мы проебали? Да, тебе. Well, типа мы не можем оставить сейчас никого лежачего, ни при каких. Хорош. Дима, что пизда? Заткнись! 9 хп нормально. И? Ага, у меня. Отлично. Выйди на... Выйди на свет! Уродина! Блядь, 42% нахуй. Надо помолиться. Я стрелять не могу, если... Надо помолиться. Господи, помоги слуге дворфу метр с кепкой против сотоны адской. Все мы богославим, все мы богославим. Ебать. Сработала молитва, блять. Краткий отдых, что думаем? И не получили краткий? Ничего. Я бы вообще без там пылов остался. Вообще но ноль. Я могу. Но я могу. Ну вообще по-хорошему надо большой, если у нас два кастера без пылов. Ну окей, давайте долги, да. Реально в лабе спим. Ну, кстати, можно же бросать хилки, мы все время забываем про них. Третий того, день, кстати, бежать. Ребята, мне уже спим. Сейчас паразит нам голову съест. У меня, по-моему, одна хилка с самого начала осталась. А что с книгой? Сейчас посмотрим. Собака! О, надо пиздеть. Лиза, поговори. Гав. Ага. Кто говорит-то? Погладить пса. А, Лиза не может, у нее, она, наверное, передых. Да, у нее передых. Мне нужно восстановить. Ну, я случайно, я что-то, да. Блин, хватит гладить его, он не понимает нихуя. Уйти. Давай еще раз. Надеюсь, у тебя все хорошо. Бля, мы скипнули, что ли, или нет? Первое, диалог. Нет. Нет, не думаю. Я просто сюда пришел, он сказал, приходи, если он не проснется. Я отойду на минутку. Хозяина и друга. Я оставался с ним, пока не понял, что он ушел. Я никогда его не забуду. Но я рад, что повстречал тебя. Медальон какой-то у него разъебный на самом деле, если посмотреть. Светится, блядь. На черном рынке за такое можно хорошо заработать. У меня с лицом какой он страшный. Ну ладно, пошли, посмотрим, что там с книгой мы наворотили. Давайте посмотрим, что у теней, или тени нельзя даже потрогать. А книга все, книги просто пиздец настал, ребят. Ну да, книга исчезла. Я поздравляю. Поздравляем, да, всех. Лишь бы она не нужна была нам, чтобы дальше там продвинуться. Не-не-не, это точно. Вот тут рычаг,
И там бесы беснуются. Блин, я не понимаю, почему у нас не заканчиваются припасы? Почему у нас припасы всегда 130 из 80? Это как? Нет, у нас было больше. У нас было 200 с чем-то. Стало меньше. Да. Мы 80 проебали, все честно. Рычаг, ребят. Сейф, может? Дима отошел. А, да? Угу. Да, что тут может быть такого? А мы тут были, не? Мы тут были. С другой стороны. Это с другой стороны подвал. Точняк. Типа мы вот тут дернули. Ну, ждем Димаса тогда. Или, в принципе, будем закругляться уже, что думаете? Да, да, надо бы. Да не, надо закругляться. Еще. Да. Да я бы тоже поиграл. Ну, лучше послезавтра тогда с новыми силами ворвемся, да? Нет. Почему нет-то? Что вы говорите? Не, игра вообще разъеб. Если честно, я бы... А может, еще часик реально с кайфом? Может, завтра? Или уже... Не, завтра не получится. Завтра он уезжает. А ты не вернешься вечером? Нет. Нет, я-то вернусь вечером, но я ж буду не сам. А с кем ты будешь? С Полиной. Ну, еще. Бля, Димас, это пиздец. Ладно. Ну тогда все, прощаемся. Давай. Нет, да давайте. Да мы только пришли. Ладно, го еще. Го ультра ласт файт. Ультра ласт файт. Один файт, го. Подождите, нам вообще нужно выяснить, что это за лагерь поклоняющихся. Бля, ребята, поможете? Вернитесь назад. Я не могу дотянуться. Где вы? Подсадите. Написано, не дотянуться. А, так не, у нас тоже, у нас тоже. А, жаль. Да чего? Может, табуретку принести поставить? А что вы хотите достать? Зеркало. А вы... Зеркало, вот. А для кого это зеркало вообще висит, лол? Дима, там, где ты спускался, забыл люк? Не, деревня, я понял. Я не понял, куда ВТП. Да вот мы стоим, Димас. Я уже нашел. Окей, все, пойдем. Поговорим? На мосту гигант, что сзади вас? На мосту гигант? Следующий мост. Да забей, я этого гиганта в рот выебу. А что за домом говорит, папа, зим? Где гном? Вот тут пиздит. Не гном, а кто-то говорю. Ну пойдем посмотрим. Это мои братья, блядь. Пойду поговорю с ним. Драчун брек. Парни, иди ко мне. На секунду. Подожди. Ну где ты? А, ебать, я нашел Димаса. Куря, рыбка. Не куря, рыбка. А, иду. Ебать, нихуя там стоят. Чок, фан. И дуля. Дуля, господа, давай отопинтит. Блять, я успех. Я пробежался, что-то заметил. Ага. Я заметил опорную балку, блять. А это что еще за сюрприз? А дайте сейф. Они не очень-то сильные, кстати. А Рэдди будет? Ой, сейф будет? В смысле? Ты не в диалоге? А, нет, ты в диалоге, понял. Зачем так, скажи мне, друг ты или еда? Обманывай, да? Открой мне, есть ли на тебе клеймо Абсолют? Давай, ебать. Я вроде рядом. Даже больше. Я один из избранных, блядь, да. Да, да, давай. А только Максоном бы подойдет? Я уже рядом. Секунду, я тоже хочу подойти. Рядом. Не нажимай. Прыгай подожди, сюда, не нажимай тогда, реально, подожди, не нажимай, я тоже не подойду. Нажимай, я подойду, да, да. Тут быстрее. Прыгай. Я рядом с ним стою, не, все нормально. А, ты тут пешком можно зайти. Это скрытности или нет, я не понимаю. Давай, Димас. Пизди. Да, обманываю, блядь. Ебать, сейчас там хоть, подожди, бонус. Димас, спиздани про мать. Про мать лишнее. Тут дружбу кинем, блядь. Преимуществом еще. 19. Не, ну это имба. Блядь, Барт это вообще имба. Это имба, нахуй, реально. 20, если бы ты выкинул 20 чисто, они бы тебя отсосали втроем, блядь. На колени бы встали и обработали бы по полной. Так и все? Неужели? Какая жалость, что мне не суждено ответа твоей плоди. Ида? Ида. Ида. Не еда. Не еда. Блядь, ну что за... Я вижу, на тебе нет клейма. Отличный словарный запас, блядь. Отлично. Я бы выебывался, кстати. Я восхитительный, не правда ли? Сбалансированная диета помогает развить остроту ума. Я, видишь ли, гурман. А может быть, это на нем исследования были? Видите, у него мозг как будто бы этот. А ты деликатес. Если, конечно, мне повезло.
Мне кажется, это реально вот этот чел сделал. Из него нет клейма. И не дело до абсолют, как впрочем, до остальных богов. Лишь двум владыкам поклоняюсь я. Червоугодию и алчности. Бля, крутой чел. Гоблины понимают мои аппетиты, они утоляют мою жажду золота. А если нет? А прочее, любовь к мясу. Будем хуярить их. Большой гоблин деньги давать, мы клеймо смотреть. Выгода. Молчать. Бум. На нахуй. Давайте вы будете драться на моей стороне. Я апологет товарно-денежных отношений и вымогательств. Блядь, апологет, нахуй. Давай же, сделай мне предложение, искуси меня. Я заплачу 1000 после драки, блядь. Не-не-не. Если загрузить... 1000 после драки, блядь. А с кем мы деремся-то? О чем речь вообще? Не, давай убеждение. Я тоже не понял, с кем мы деремся. Не, на будущее. С ними. Мне кажется, убеждать надо. Убеждать надо. Убеждение. Да. Плоть ущешь до отвала, вон. Давай. Ух, нихуя. Нихуя. 20, да? Подожди. Так у него накрутка у тебя бонус 11, блядь. А потом 8-11. Его трахнул. 8 это минимум. Ну, тебе 20-ка надо, блядь, если что. 8, у тебя 2 куба. 8 это минимум, да, если он 1-1 бросит на кубах, понимаешь? Ну, перебрось. Ему нужно бросить хотя бы 10, этого будет достаточно. Это все забафано уже, да? Да, да, это просто. 10 из 2 кубов, это же легко. Все, победа, он победил. Все, нормально, да. Ебать. Просто два кубика кидать. Напиздели. Очко. В Гове такой хуйни не было. Да. Гениальная идея. И услада для моего сведенного голодом чрева. По рукам сладкий пирожок. Блять. Я же говорю, Димас его и завалит. Возьми мой боевой рог, подуй в него раз, и земля содрогнет свое умение. Вот оно. Это я умею. Они припиздят к нам, типа, помогают. Использую его, когда брать, но не мгновением раньше. Огр всех убивать, а потом всех жрать. Хорошо сказано. Воистину, огр всех убивать. Пиздец. Ты сказал это про огра по окрестностям? Не выебали. Я не понимаю, это орочья версия Maybe Baby у тебя или что? Я не согласна. Это Димас их чудом не выиграл. Ну да, это тоже верно. Я видел еще, могу сказать, за пару огров. Я не знаю, стоит ли. Он их пожалел. Ну попробуй. Запах крови и золота следуем мы в плодородные земли, мой друг. А эти земли славятся своим изобилием. Блять, ну все. Сука. Бля, я почитал, будь произвесленный, блядь. Когда понадобится, подуй. Так, все, они съебались. Они, кстати, мертвого тифлинга там какого-то держат. Не могли поделить. Теперь у меня кореша, нихуя они полетели, блядь. О, я могу попробовать поговорить. У него воровские инструменты я выложил на землю. А у вас тоже он летает с нереальной скоростью? О, легкий молот, кстати. Перестаньте лутать. Почему? Я поговорить. Лиза хочет полутать. Блять, кто-то все спиздил, ну ладно. Вот, Дима, отойди. Да ну что? Нет. Говори! Интересно. Тело тифлинга содрогается под воздействием заклинания. Ты понимаешь, что тифлинг разорван пополам громадными лапами? Очень внимательное замечание. У тебя было что-то ценное? Ну да, по факту, блять. Так ты уже... Вы ее уже облутали же. Так может спрятал? Может он спрятал что-то, да. У тебя было с собой что-то ценное? Истинное зрение, денег нет. Что привело тебя в деревню? Странные воины. Золотая кожа. Серебряные клинки. Так, это где какой был по этих? Счету вопрос? Второй. Где ты видел этих воинов? Горы. Дорога. Воин Гитьян, смотри.
Надо спросить, кто, кто это сделал с тобой. Эй, откуда ты? Надо узнать, откуда ты, потому что, чтобы мы знали. Эл-Туриэль. Надо Зору поговорить. Да, надо Зору сказать, что мы нашли подругу Тифлинга. Что сделал с тобой? Я могу подуть в рог позади. Ну, ребят, что за хуйня? Норм, Прист, Некром в пати ходят. А это она не некр, она... Она просто болтает с мертвыми, да. Это обычный эльф, блядь. Это мой хобби еще со времен второго дивана. Он что, не одноразовый этот рог? Как бы, чтобы... Не обязательно быть геем, чтобы ебаться в жопу. Вы должны это понимать. Ребята, смотрите, какая здесь интересная хуйня. Блять. Такая тишина, кстати. Я кота поставлю. Подойдете, пожалуйста, вот сюда. Я думаю, ты не глупый, да? Так. А пройди по приколу. Сейчас. Во-первых, ломать сыр, во-вторых, зелье хила. В-третьих, путеводили по вратам Балдура. Все хуйня. Ну, попробуем. Да, нормально, порядок. Ну, это для меня порядок. А ну, Димас. Да нет, это, думаю, для всех порядок. Ну, ладно. У меня есть предположение, кстати, где они находятся. Слышите? Вот то место, помните, которое я говорила? От дороги на юг. Вот там бордовая какая-то фигня на горе. А что там ты думаешь? Я думаю, что там воины Гитяне. Там корабль упал какой-то, ебан. Я думал, какой-то гоблин стоит. Мы не там упали. Что это за толпа на разовой? Да, это я. Плакат пропавший, смотри. Ну-ка. Не достаю. Может кто-то посмотреть? Спасибо. Ага, пропали. Ребята, колодец. Ныряем. Опа, у меня диалог. Он говорит? Колодец выглядит вполне обычным, вот только мхом классика. Не в меру зарос. Расследование. Заглянуть в колодец. У меня хуёвый интеллект очень. Бля, может это было мне? Мне там, надо было. Там 10, ребята. Я думаю, я могу справиться. А могу и не справиться. Ну, 4. Хуйня, я не справился. Еще раз. А я, он, думаешь, а у меня, думаешь, есть? Да не надо, мы же сами посмотрим. А ты думаешь, это можно будет сделать? Нет. Я думаю, невозможно. Да, можно, можно. А ну попробуйте, я вышел. Ну, да не, монету я мог бросить. Подожди, я не нажимал бросить монету. А, вон, да, расследование. А, и правда тогда чил, мэн, чил. Ебать, фул крита. Сейчас обратно кинет монету. Ну, конечно, мерцает, монета. Ты монету туда бросил. Спускаюсь. Блять, а меня? Все. Летом. Я здесь, спокойно, ребят, я здесь. Паучий кокон, пауки, блять. Кто в скелете? Так, я серебряное ожерелье и меч. С шипами. Ебать. Это все надо забирать, это все на продажу сбить, идет. Паучий кокон, там, понял? Может, засейвимся, ребята? Бежит какая-то хуйня. Кому-то это не понравилось. Что это такое? Ну мы копом сбили. Это какой-то залупивец, блядь, ребята. Где? Вон впереди. Тихо, вон залупивец. Ну мы... Очень хороший чекпоинт. Я бы здесь постоял, на самом деле. Пусть здесь подходит. У меня, кстати, чат не кидает роллы. Это обидно. Ведь там у меня есть на синтовый ролл на 20 и ролл на 1. Бихолдер стоят. Стреляйте. А я проебался, я случайно нажал. Лиз, стреляй. Я не вижу его. Вон она. Ну я могу только подойти. Нет, я имею в виду. Ну подходи ко мне. Когда он подойдет, поменяешь оружие, будешь дуалами пиздец. Так, давайте попробуем прозвать огров. Блин, давайте попробуем призвать огров. Там еще паук потом будет. Слышишь, фазовый паук. Он как будто, блядь, телепортируется или что? Не, вон он стоит. Ну, просто называется фазовый паук. Град шипов. Испытание пройдено. Да, он какой-то интересный, по-моему. Напиши просто. А, да, блядь, ладно. Паутина, похуй. Нас не ебет.
Почему я... А, да, я не могу двигаться. Нас не ебёт, да. Не ебёт, да. Там просто написано было успех, и я подумал, что реально успех. Так, ну раз такая пьянка и драка идет, то воспользуемся этой возможностью и повесим благословение на всех вас, кто дерется. А мне оно не надо. И все. А себе я просто поставлю фокус неубиваемости и пиздец. Щит веры. Да, по мне он хуй попадает, кстати, реально. Если сейчас еще щит веры в себя прожму. А на сколько это? На всю, на весь файт будет у меня? Так, guys, как призвать бойзов? Не надо, не надо. Зачем? Остановись, да. Нам они пригодятся в каком-нибудь сильном файте. Его, это хуйня. Почему? Его можно да это мы призвать? И так вывезем. Не, только один раз, наверное. Да не, нихуя. А тогда бы это имба была, Дим, если каждый раз. Так, блядь, я не верю. Не, описано было бы. Щит веры отменит блесс. Так блесс не на меня, блесс на них. Или он отменит блесс с них. А хули они призвались? Я типа хочу на себя, а не на них. А, я его поддерживаю. Концентрация одна у меня. Это понятно тогда. А я думал, я могу несколько закидывать. А у меня будет потом пару концентраций? Думаю, на прокачке, да. А как посмотреть, сколько где у меня концентрации? Как, каким образом? Почему я никогда проверку на сквитнес? У меня всегда одна концентрация, может, значит, ты, да? Не знаю, посиди с совещанием. Так, ну я могу въебать ему со станом, или могу ему въебать просто 3.10, или могу ему въебать 3.10 с этим. Но это требует отдыха потом. Да? Короткий привал. Не-не, на. Охота завершена. Один есть, ребята. Значит, охота завершена. Но мы пока нормально уворачиваемся с нашим классом брони текущим. Охота завершена? Может быть, у тебя сработал какой-то тебе, твой... Тебе написал, охота завершена. Я, блядь, огры мои, я не понял, что они не пришли? Не знаю. Подожди, а мы стоим в яде, поэтому хуёвая история или что? Или это просто нас... Нет, это кровь. А, это была отметка охотника у Лизы. Она на него, видимо, поставила, мы его убили, охота завершена. Я просто дую в рога, нихуя не пришлось. Или по этой хуйне ебашу. Блять, ну пауки больно бьют, хуйня не такая страшная. 23, нахуй. Бам, 29, ебать, сюда. Ох, пиздец. А еще Огур говорил, что сразу призывать, а не в разгар файта. Ну, Дима был готов сразу призывать, ебать. Нахуя? Нахуя? Протестить. Ну, блядь, а это мне кажется, они одноразовые. Я тоже уверен, что они одноразовые. Они одноразовые. Это не одноразовые. Значит, Дима, это иначе был очень жесткий абуз в каждом файте. Ну, написано было бы. Так именно потому, что не написано до какого периода, поэтому и одноразовые. Ладно, посмотрим, может быть, оно и правда не одноразовое. Мне кажется, было бы написано именно до тяжелого отдыха. В натуре, согласен. Дай поиграть в игру. Я хочу будь посмотреть перетры. Своих бойзов. Я вызвал Фанка, блядь, Дулю и хочешь? Чока. Я знаю, я просто ищу как возможность бросить камень. Нам не нужно платить, капитан, потому что Дима сказал, что будете трупы хавать. Да, это было, по факту было. На нахуй. Не попал, что ли? Или не сработало просто? Повезло. Там не, у меня хорошие шансы стоять. У меня парит только что я отравлен. Подожди, а чё за хуйня? Я ж в инвизии. Чего не дает стрелять? А, вот дает. Бам, нахуй. Да, это жестко. Один. У тебя же есть снимание дебафов. Да я не хотел тратить всю эту хуйню. Они просто каждый раз отравляют. Ой, полетели. Нормально, блин, канулся. Типа вот, оно меня травит каждый раз.
Если походу, я сниму, они меня сразу же отравят, видимо, еще. Паук не знал, куда он блинкуется, блядь. Короче, как я понял, вот сейчас они пиздятся типа за еду, а в следующий раз, когда их будет, будешь вызывать, то надо будет им платить бабки. Не, не понял. У меня рок как шмотка постоянная. Мне кажется, они все-таки одноразовые, иначе это было бы... Мне кажется, просто они умереть точно, могут, они если у них хп... Это было бы просто сломано. Почему сломано? Да, блин, каждый раз позвать их хилиться, они наверное, всех должны, если они отдамажены. У них 80 хп, кому? Ну, это не сломано, потому что они их убили. Потому что вызвано на микрочеликов. Ну да, их могут убить. И мне кажется, если убьют, то тогда проебут. Они слишком сильны сейчас на данном этапе. Ну да. Я помеха. Ты меня загораживаешь. Сори. Два хп. А да, меня не пробьет эта хуйня. Кастер, что ли? Сейчас бросит. Он лезет, блядь, к ней. А ты не можешь максимум свою булаву кинуть в паука? Блять, звучит фантастически, давай попробуем. Они четвертого уровня, пока на ранних стадиях сильные, а потом будут как бомжи. Ну да, да, они же будут бомжами. 70 хп это хп. Промах, бля. Что-то кинул. Молоток. Молоток какой-то. Лишь бы они не просили по 1000 голды потом. Не, они не будут, мне кажется, просто их сильно дамажат. Пиздец. Ну чё, и всё, и по съебам? Так они куда бегут? Минус они дружба. Едят трупы. Они хавают. Так мало, боюсь, такое может предлагать лишь безумец. Что предлагать? Боюсь, в нашем договоре конец, если не дается предложение повкуснее. Во. Ну, типа, видишь, он постоянный, просто надо вызывать на сильных. Жди меня, подожди. Нет, так договору ну все. Конец, все. Да. Ну, за 500 можно обман. Будет в следующей драке. Один раз, ну так один раз. Понятно, да, если их вызываешь, будет. Типа... А подожди, надо дохуя мобов, что ли, или чё, блядь? Ну, они вообще не будут чешать. Они им нечего есть. Они не питаются этим. У вас договор на мясо. Ну, пиздец, они всегда. Не питаются пауками. Мне кажется, без разницы. Мне кажется, они всегда будут гореть так мало. Ну, я тоже так кажется. Ну, я считаю, это манск просто... Я просто считаю, что это вейст их так использовать на этих ебаных пауков. Мне очень было интересно, если честно. Обони еще раз встретим, похуй. Еще раз позовем и все. Потом захуярим. В смысле? А потом он наебет на 2000, скажет. Не-не-не, ну типа... Наебывай, деваться не. Я думаю, наебываешь, потом в следующий раз их позовем в каком-то файте, они там затанчат, которым надо будет, и добьем их, и все. Да там мне хуй делать их наебать, смотри. Вот бы она еще прессовалась. A fine offer. We are back in business. Блять, ну мы завтра не собирались, поэтому я их хотел потестить. И раз последняя файт. В смысле, а потестить их, когда мы соберемся в следующий раз? Очень хотелось сейчас. Инициатива? А что случилось? Не понял тоже. Ну, го пещеру тогда чистим хоть. Го. Да. Тут можно перепрыгнуть, наверное, нет? Ребят, кто-нибудь хочет прыгнуть на стиле? Агат. Блин, а там агат сверху как его достать? Блять, ну камера это просто... О, я могу! Нормально. Ребята, я нормально. За меня переживать не стоит. А, подожди, так я где? Там же нихуя нет, ты прыгнул на месте. На месте, да? Не, мне кажется. Да, бля, не знаю, я куда-то прыгнул. Бля, там камера пиздец, нихуя не видно. Да, конченая вообще. Мне кажется, ты на краю стоишь. Да, ты на краю этой хуйни, там нельзя прыгнуть внутрь. Да, нельзя, походу. Ладно. О, что, сюда? Попиздили дальше. А, мне ебать хуёво, слышишь? Да. Я баночку ебану. У меня их 10 штук. Ебани. На 5 всего, и надо тогда еще себя потрогать.
Вот этой хуйней 4.11. Да, Максон ебанул баночку, потрогал себя и пошел. Ой, стой, Лиза, это ты. Иди сюда. Что ж тебе так плохо, а ты молчишь? Так файта-то нет. Так а будет еще, может быть. Спасибо. Ну вот, ништяк. Можно и сейф. И у меня еще осталось 1-2 и 2-1. То есть я в состоянии делать вещи. Блять, на самом деле, первый строго для первого, второй строго для второго. У меня во вторые я бывает и первый юзаю. Совершаю ошибки. Или нет, но мне кажется, да. А где? Так, я не понимаю, куда здесь идти, если честно. Здесь какая-то ритуальная диаграмма. Блять, я, ребят, встрял. Максон. Не могу идти, чего? Иду, я не могу просто так быстро. Так, я вижу вот тут странные скелеты. А куда идти-то? Идите вот, ко мне. Ко мне иди. Сейчас, я опять застрял. У меня ритуальная диаграмма. О, огромный паук-матриарх. Не, Максон, ты зря за мной идешь. Ребят, огромный паук-матриарх. Перепрыгивай, ты сможешь этой пещеры. Босс этой пещеры. А гоп, я потрогаю сначала другую хуйню, которая религиозная. Окей? Блин, ты прыгнешь нормально. Да ёбаная паутина, блять, как я же тебя ненавижу. Так перепрыгивай её просто, не? Нет, я пройду. Я подошел, короче, к Лизе, вижу вас. Огромный паук-матриарх, где я не вижу. Да ебать, да, за что? Сейчас, подождите. Дима, там я правильно паутина. Вообще иду? А ты внизу? Я внизу. Дима-то, здесь блядь, можно. Внизу? Здесь лезть можно. Тут вижу, вижу, иду. А ты уверен, что там что-то нужно от меня? Я не знаю, я же спрашиваю. А вы куда? Мне кажется, что нет. Не, вы назад идете, ребят. А, не, не назад, наебал. Не, не назад. Ну, проверок никаких не просит. Ритуальная диаграмма, да? Ты, наверное, про это говорил. Запредельность. Написано слово запредельное. Может, ты спишь. А, ты сам, ты запрочитал, да, запредельность? Ну, скилл какой-то или что? Напрягайте, изображение гражданская схема. Запредельность, да. А еще, смотри, дневник окровавленный лежит. И покрытый паутиной дневник. Их тут два. И потрепанный дневник. И потрепанный дневник. Сейчас, да. Ребят, я... Давайте я быстренько прочитаю, просто вы как-то лихо улетели, тут еще есть разветвление. Там мы стоим. Мы стоим, только да. Аккуратно, она там может... Дневник заполнен, сделан в торопях, наброском, завершающий пауков и рунных заклинаний. Она дальше. Труп дров со шрамами на лице воспринимать форму. Она на следующий остров. Подбивается отражение с большим дровом. Не-не-не. О, сейчас настала на веки преодолению счастливую плоть. Пройди, я перевоплощусь дальше. И перевоплощусь она в облике она королевы. Более не будет связывать меня эта неизменная форма, эти примитивные... Так это человек, ребята, бывший. Или кто-то типа человека. Сегодня я обрету дом лос и стану матриархом. То есть человек изначально посещение лос, ну типа того. Вспоминание жизни поверхности рассказа. Высшая эльфийка, ставшая избранницей лос, непостижима даже для моих похитителей дроун. В видениях насылаемых паучьей королевы я предвижу закат и упадок их рода. Безымянный отпрыск незнатного рода перережет глотку матери логической и убегу в ряду уединения. Ну типа да, это короче какой-то ритуал тут видимо был. Пиздую. Рация наружена. Ребята, у меня такое башка. Предложение. Если мы... Присядь. Если мы не будем с ней пиздить, я так понимаю, с ней пиздить нельзя, да, Лиз? Можно попробовать, не знаю. Надо я попиздеть тогда. Надо попробовать. Ну, я с пауками не очень люблю разговаривать. Я просто у предложил меня... бы, чтобы я начинал файт, и я тогда два раза выстрелил. Бегается атака на нее, но, возможно, будет... Иди поговори. Катсцена, как была с... Я засейвлюсь, иди поговори. Реально, А можно меня дождаться, ребят, пожалуйста, а потом идти говорить? Я тебя жду. Спасибо. Я могу на барабанах сыграть, чтобы присядь. Хочешь, сходи, поговори, ты, Дим. Так я не умею. Я могу тебе поушен дать, хочешь? Я давай. Тебе поушен. Вижу, давай, вижу, я пойду. Не, она... А можно ли с ней говорить? Она можно только атаковать. Ну давайте проверим. Не, ну вот. Там может быть как этот... Медвесычем. Да, с Медвесычем. Медвесычем, да. Сцена? А, вот зелье общения с животными, да, не пойдем за ней сразу. А тут смотри, красные пятна. Нет, а кого тут? Они палят тут иногда. Если сейчас здесь кто-то встрянет, а я встряну, скорее всего. Пиздец будет. Я могу. Я пройду, я по пути не могу ходить спокойно. Меня не спалят. Ты спалился. Кот спалился. Кот не мог спалиться, у него спалился. Кот спалился. Кот буквально в паутине. Так у вас файт начался или что?
О. Лиза? Да. Я не знаю. У меня еще нет, я не в файте. У меня файт тоже не начал. А у кого-то файт идет? Нет. У меня. А, ну все тогда началось. Так что нельзя с ней поговорить, anyway. А ты можешь с ними говорить, да? Она быкует. Матриарх тебе же надо использовать скилл, или ты можешь без него? Бля, просто я хотел типа ебануть, я могу два раза пиздячить, если из осады бьем. А так, если мы будем со всеми пиздеть, я никогда не буду ебашить без сами. Ну мы не все, мы когда ведем врагов, мы ебашим сразу, мы характеризуем. Я заебало в паутине стоять, честное слово. Матриарх 162 хп, бля, кстати, довольно много. Почему я имею помеху против цели, я не понимаю, потому что у него высокая защита. Блять, оно ведь будет прыгать и телепортироваться, да? Базовый паук Матриарх, это хуёво. Так, ну я благословлять сейчас буду, ребят, вас. Кого смогу. А смогу только кота, скорее всего. Зря, наверное, ты в паутину вернулась. Зато ближе к вам. Я стреляю? Да блядь! Вы бы сказали. Что сказали? Подход заканчивается. Она там яичишки закинула. Мелкие вылупились, ублюдки, 7 хп. Ты как-то очень сильно отделен от нас. Может, есть смысл съебаться, чтобы не остаться одному? Да, я... Что, настало время вызывать огров? Не, надо как-то встать вот сюда. Всем вместе. И тут уже отсюда работать. Я себя постараюсь благословить сейчас на армор, чтобы жить подольше, и буду гонять ее, не отпускать от себя. На какой сложности играть? На новичке. Мы слышали, эта игра очень сложная, поэтому мы и так на новичке еле вывозим. Это хуёво, старик, очень. Это пиздец полный. Эта хуйня точно прыгает. Кто-то еще не походил? Я еще хожу. Я не могу выбраться, да, никак с паутины? Нет, только через ход. Да, так и есть. Пиздец тебе, похоже, старичок. Устроит. Но Димас даже выйдет. Ну, блядь, это, этот яд, это, конечно, дела. А, и в паутине даже я. А прыгнуть не дадут? Нет, не дадут. А может, все-таки дадут? Нет. Я сам смешно, что я ни разу в паутине не застрял за все время, а вот начался файт и сразу же застрял. Нихуя. Котик и сейчас. Испугался пауков. Я не вижу смысла благословлять что-то. Блин, ну получается скип. Хуёво драку начали очень. Вообще супер хуёво. Извините, я не думал, что тот палит. Не проблема. Я думала, что... Я вообще начал... Я бы быстро сделал релоуд и вот отсюда бы начал, где мы были изначально все вместе, чтобы они сюда шли. А, понимаете? Ну, го релоуд? Давайте. И отсюда просто все вместе начнем. Начнешь с двух атак, пошло-поехало, понял? Да, я не против, да. Димас. Димас ушел. Димас, конечно, не вовремя. Это пиздец. Так он даже не сказал. Думал, мы будем ходить. Угу. Я когда хожу попустить, я говорю, что я ушла попустить. Угу. Может, ты спичил человеку? Ё-моё.
Просто мне кажется, что с всем уважением, но, блин, надо предупреждать, если хост. Шо? Не загрузи. Загрузить? Я просто... Подписывайтесь.